Вести из Петрограда доходили до Италии с большим опозданием. Ни газеты, ни письма и телеграммы не могли поспеть за стремительно развивающимися событиями. Русского революционера Бориса Яковенко отделяли от родины сотни километров и линии фронтов. Но даже находясь вдали от России, Яковенко понимал, что там назревают решающие события. Вечеру 27 февраля 1917 года хаос в городе достиг наивысшей точки. К толпам митингующих присоединились взбунтовавшиеся войска. Практически все государственные органы прекратили свое существование. Толпа громила магазины, лавки, правительственные учреждения и тюрьмы. Солдаты прямо на улицах расстреливали офицеров. Российский император узнал об этих событиях, когда в столице законной власти практически не существовало. Опасность того, что стихия перекинется на всю страну и на армию, была очевидна. Весь день 27-го числа Николай II выжидал, понимая, что введение войск в Петроград повлечет за собой уже тысячи жертв. Но к вечеру стало ясно, что войска должны двинуться в столицу и восстановить порядок. Командовать ими назначался генерал Николай Иванов. Иванов Николай Иудович, генерал от артиллерии, герой русско-турецкой и русско-японской войн. В начале Первой мировой командовал Юго-Западным фронтом. Под его началом русские войска одержали первые громкие победы и взяли Львов. Во время великого отступления русской армии был снят с должности и назначен состоять при императоре в ставке верховного главнокомандующего. Пользовался полным доверием Николая II. На уже немолодого генерала возлагалась ответственная задача. Потушить революционный пожар в столице в крайне сжатые сроки, не допуская лишнего кровопролития. Я рад и счастлив помочь вам, Ваше Величество. Но как это сделать? С самого начала у Иванова возникли сомнения в успехе своей миссии. Вот, господа, какие у него... Полномочия генералу дали обширные. Он назначался командующим Петроградским военным округом. Имел право отдать любое подозрительное лицо под суд военного трибунала, сформировать новое правительство и назначить министров. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Издевается, что ли? Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев приказал отправить в распоряжение Иванова части, верность которых не вызывала сомнения. Но вскоре стало ясно, что для сбора сил потребуется несколько дней, а действовать нужно было незамедлительно. Иванов направился в Царское село, не дожидаясь войск. Под его началом находился лишь один батальон – 800 человек вместо 40 тысяч. А в Петрограде продолжала бушевать революция. Таврический дворец, где заседала Государственная дума, стал ее центром и штабом. Буквально в одночасье сбылись самые смелые мечты русской либеральной оппозиции. Одновременно с этим произошло событие, тогда мало кем замеченное, но именно оно оказало судьбоносное влияние на весь ход отечественной истории.
27 февраля в Таврический дворец пришла группа из 3 человек и попросила предоставить им комнату для заседаний. Они назвались исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. Комитет представляли депутат Думы Чхеидзе, а также Гвоздев и Богданов, 2 освобожденных из тюрьмы члена рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете. Именно эта рабочая группа занималась организацией массовых забастовок в Петрограде в начале революции. Комнату представителям совета выделили. И в ночь на 28 февраля состоялось его первое заседание. Председателем был Чхеидзе, а его заместителями стали Скобелев и Керенский. Было принято воззвание к населению Петрограда и России, а также одобрено создание собственного вооруженного формирования рабочей милиции. Заседание совета проходило эмоционально. Публика слушала ораторов, хотя не вполне понимала, кто они такие и кого представляют. Присутствовавшие на заседании еще не знали, что они стали свидетелями исторического события. На их глазах появился новый орган власти, который вскоре станет известен как Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Советы – альтернативные органы власти, избираемые населением. Впервые появились во время революции 1905 года. После ее поражения прекратили свое существование. В 1917 году советы были созданы из так называемой рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете, которая при поддержке оппозиционных политиков стала организатором массовых беспорядков в Петрограде. Чхеидзе, Гвоздев, Богданов, Керенский вовсе не были туда избраны. Воспользовавшись политическим хаосом, они фактически назначили себя руководить советами, а сами советы объявили органом, который выражает волю народных масс. Созданный ими временный исполком призвал рабочих избирать по одному депутату на 1000 рабочих и по одному солдату на каждую роту. Ни одного большевика в исполкоме не было. В будущем советы во многом саботировали решения временного правительства, стремясь захватить власть. К осени 17 года, благодаря усилиям Ленина и его соратников, руководство в советах захватили большевики. С тех пор советы стали нарицательным именем большевистской советской власти. Во время первого же заседания исполкома совета стало очевидно, что победившая оппозиция не является единой политической силой. Власть в стране мог захватить тот, кто был активней, напористей и агрессивнее. Решение о создании собственных вооруженных формирований недвусмысленно давало понять о намерении Совета прибрать власть к своим рукам. Многие депутаты, как, например, Керенский, успевали работать и в Совете, и во Временном комитете Государственной Думы. Сам Временный комитет во главе с Родзянко понимал, что действовать нужно быстро. А потому в ночь на 28 февраля комитет объявил, что берет на себя всю полноту власти в стране и издал соответствующее воззвание. Члены Временного комитета нервничали. Они знали о движении в столицу отряда генерала Иванова. Родзянко уже объявил о захвате власти, за что вполне мог быть расстрелян. Однако в страхе он все время повторял: «Я не желаю бунтовать. Я никаких революций делать не желаю». При этом первые же действия новой власти давали понять ее цели. По распоряжению Родзянко, висевший в Думе царский портрет вырвали из рамы и разорвали в клочья. Сам Родзянко слал телеграммы Алексееву и командующим фронтами с просьбой сохранять спокойствие. Ночь с 27 на 28 февраля многим показалась вечностью. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Народными войсками было занято Адмиралтейство, где до сих пор скрывались еще некоторые члены старого правительства. Зимние Мариинские дворцы с Петропавловской крепостью перешли в руки революционеров окончательно еще ранним утром. У Государственной Думы собрались толпы ликующих петроградцев с красными знаменами.
Эти красные флаги и банты, как и обращение «товарищ», были введены вовсе не большевиками, а появились именно в дни февральских событий. В Таврический дворец приезжали делегации. Депутаты произносили горячие речи под раскатистое «Ура!». Стоял несмолкаемый шум. Сюда же свозили задержанных офицеров и чиновников. Под арестом оказались отставные премьер-министры Борис Штюрмер и 70-летний Иван Горемыкин. Этого старика подняли прямо с постели. И в здание Думы он прибыл в странном виде. Поверх ночной рубашки на нем была надета цепь ордена Андрея Первозванного, высшего ордена империи. Вскоре был арестован генерал Хабалов. Министр внутренних дел Протопопов пришел сдаваться сам. От революционного самосуда его едва успел спасти Керенский. При этом начальник Петроградского жандармского управления генерал Волков, как и многие простые стражи порядка, был зверски убит толпой. За дни февральских беспорядков только в Петрограде со стороны восставших погибло около 300 человек. 1200 человек ранены. Было убито около 80 офицеров Балтийского флота. Много военнослужащих и полицейских со стороны правительства. Николай II оставался в Ставке, куда поступали тревожные телеграммы. Императрица Александра Федоровна сообщала супругу. Революция вчера приняла ужасающие размеры. Известие хуже, чем когда бы то ни было. Она просила Николая сделать несколько шагов навстречу оппозиции. Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Однако царь сохранял твердость. Он отказался отправлять в отставку премьера Голицына, хотя тот сам просил об этом. Договариваться с либералами император не стал. Он очень беспокоился за жену и здоровье детей и принял решение ехать к семье в Царское село. Ранним утром 28 февраля царский поезд покинул Могилев, однако до Царского села он так и не добрался. В это утро Родзянко направил депутата Бубликова взять под контроль Министерство путей сообщения. Тот в сопровождении двух офицеров и отряда солдат прибыл в железнодорожное ведомство, где арестовал министра путей сообщения Войновского Кригера. В 13:50 Бубликов разослал по всей империи телеграммы. Железнодорожники. Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества. От вас теперь зависит спасение Родины. Так весть о революции долетела до крупных городов России. Однако основное население страны узнало о ней лишь в апреле. Бубликов приказал задерживать все воинские эшелоны, чтобы остановить продвижение отряда Иванова, и распорядился взять под контроль движение императорского поезда. Вечером того же дня царский состав задержали на станции Малая Вишера, якобы из-за того, что революционеры перекрыли железную дорогу. Слухи не подтвердились, но царь согласился изменить маршрут. Вместо Царского села поезд повернул на Бологое и Псков. Из дневника императора. Ночью повернули со станции Малая Вишера назад, так как Любань и Тосна оказались занятыми. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановились на ночь. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор. Доехать до Царского села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс, должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь. Первого марта в 3 часа дня Николай прибыл на станцию Дно, где ему сообщили, что председатель Государственной Думы Родзянко просит об аудиенции. Время шло. Родзянко не появлялся, и Николай решил продолжить движение в сторону Пскова. В это время Родзянко находился в столице и телеграммами пытался убедить генерала Алексеева в том, что Петроград находится под его полным контролем.
Он утверждал, что введение войск приведет к новой вспышке насилия. И спасти страну может только отречение Николая II от власти. Поверил ли этому генерал Алексеев, неизвестно. Но с этого момента он фактически стал посредником между императором и бунтующим парламентом. До этого Алексеев отправлял командующим фронтам информацию о хаосе в столице, что соответствовало действительности. Теперь он сообщал, что беспорядки прекратились, а опубликованное правительством воззвание говорит о незыблемости монархии. О требованиях, которые касались отречения, Алексеев не сообщал. Поезд императора прибыл в Псков. Командующий Северным фронтом генерал Русский должен был встретить Николая II на вокзале, но приехал туда с опозданием. Сделал он это умышленно, демонстрируя свое неуважение к царю. Русский был известен своими либеральными взглядами, находился в тесном сотрудничестве с оппозицией и лично недолюбливал Николая II. Император все понимал, но никогда не опускался до того, чтобы реагировать на подобное к себе неуважение. Он принял Русского в своем вагоне. Через час из ставки сообщили, что Москва охвачена восстанием. В Кронштадте беспорядки, а командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин фактически признал власть Временного комитета. Через час пришла новая телеграмма. В Кронштадте анархия. Офицеры арестованы. Военный губернатор Кронштадта вице-адмирал Вирен заколот штыками на якорной площади города. В это время Русский уговаривал императора пойти на уступки, передать власть новому правительству, ответственному перед Думой. Николай II не соглашался. Ему предлагали царствовать, но при этом не управлять. Получая власть, император принимал одновременно как долг перед Богом ответственность за управление государственными делами. Если он согласится передать свои права другим, то лишит себя возможности управлять событиями, при этом ответственность останется на нем. Другими словами, передача власти правительству, которое будет ответственно перед парламентом, не избавит царя от ответственности за действия этого правительства. В сложившихся обстоятельствах у императора было лишь два выхода. Либо отречься от престола, либо утопить столицу в крови, но вернуть себе власть. Николай пытался объяснить Русскому, что люди, которые претендуют на власть и народное доверие, не имеют ни этого доверия, ни компетентности, ни нравственных способностей для управления страной. Тем более в условиях войны и анархии. Император был прав в своих оценках. Временное правительство, составленное из оппозиционных политиков, окажется совершенно беспомощным в управлении государством и армией. Обещания, данные народу, выполнены не будут. После большевистского переворота министры и либеральные политики отправятся в эмиграцию, не оказав большевикам никакого сопротивления. Русский в своем стремлении убедить царя дошел до того, что топал ногами и стучал рукой по столу. Но единственное, на что император соглашался – назначить Родзянко главой правительства и предоставить ему право назначить некоторых министров. В это время из Могилева пришла телеграмма от генерала Алексеева. Он утверждал, что беспорядки перекинутся на другие города России, а это парализует железнодорожное сообщение и снабжение армии. Восстанут войска, находящиеся на фронте. Единственная альтернатива этому хаосу – создание правительства из либеральной оппозиции во главе с Родзянко. К телеграмме прилагался проект соответствующего царского манифеста. Лишь после этого Николай вынужден был согласиться. Манифест был подписан. Русский сумел убедить императора отказаться от подавления революции вооруженной силой. Уже находясь в ссылке, император скажет доктору Деревенко, лечившему его сына: «Бог не оставляет меня. Он дает мне силы простить всех моих врагов и мучителей. Но я не могу победить себя еще в одном. Генерал-адъютанта Русского я простить не могу». Русский немедленно связался с Родзянко и сообщил, что император дал согласие на создание правительства, ответственного перед Думой. Но Родзянко назвал решение о создании нового правительства запоздалым. «Очевидно, что Его Величество и вы не отдаете себе отчета, что здесь происходит», —
Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром. Едва сформированное правительство, которое еще не успело даже приступить к своим обязанностям, уже требовало отречения императора. В тот же вечер, 1 марта, отряд генерала Иванова прибыл в Царское Село. Его встретил полковник генерального штаба Домоневский, который стал убеждать Иванова, что применение силы только ухудшит ситуацию. Иванов встретился с императрицей Александрой Федоровной и получил от нее неожиданный приказ – покинуть Царское Село вместе с прибывшими войсками. Императрица не желала братоубийственного кровопролития. «Не надо стрельбы, не надо стрельбы», – повторяла она. Вскоре Иванов получил телеграмму от императора. «Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать». Против решительных действий Иванова возражал и генерал Алексеев. Он писал, что в Петрограде войска подчинились Государственной Думе и ждут приезда императора для назначения новых выборов. Поэтому Иванову нужно отказаться от применения силы. Однако Иванов с одним батальоном и не мог предпринять никаких мер. Его войска находились в пути и могли прибыть только через день. Где находились его части, генерал не знал. А войска никуда и не двигались. По приказу генерала Русского эшелоны были остановлены. Иванов направился на станцию Александровскую, где находился выделенный в его распоряжение Тарутинский полк, но доехал лишь до станции Сусанина. Эшелон загнали в тупик, а Иванову вручили телеграмму от комиссара Временного комитета Бубликова. Тот угрожал, что в случае продвижения к Петрограду войска Иванова будут обстреляны из артиллерии. Вскоре Иванову поступило распоряжение от императора вернуть на фронт все собранные для похода на Петроград части. Так закончилась последняя попытка восстановить порядок в столице Российской империи. Генерал Иванов не знал ни о разговоре императора с Русским, ни о том, что накануне вечером 1 марта произошло совместное заседание Временного комитета и Петроградского совета по формированию нового правительства. Временный комитет, захвативший власть, обнаружил себя в полной власти толпы, собравшейся возле дворца. И симпатии этой толпы были на стороне Петроградского совета, хотя заседавших представителей совета народ не выбирал. Сам совет этим умело пользовался и поставил условие – Николай II должен отречься от престола. Власть от Временного комитета перешла к Временному правительству. Его председателем стал князь Георгий Львов, Керенский – министром юстиции. В состав правительства вошли многие члены Временного комитета Думы, а вот места для ее бывшего председателя в нем не нашлось. Император, который в Пскове был вынужден обсуждать правительство во главе с Родзянко, не знал, что государственная карьера последнего уже бесславно закончилась. В Петрограде установилось двоевластие. С одной стороны, бывшие депутаты Думы совместно с Советом рабочих депутатов избрали временное правительство. С другой, сам Совет претендовал на то, чтобы взять власть в свои руки. Но оставался законный правитель России – император Николай II, который мог собрать еще сотни отрядов, чтобы подавить революцию. Участникам переворота требовалось любой ценой добиться его отречения от престола. Для этого в Псков отправились Александр Гучков, получивший пост военного министра, и депутат Шульгин. Чтобы подкрепить их позицию, генерал Алексеев сообщил командующим фронтами, что новая власть требует отречения императора. Его телеграммы получили. Великий князь Николай Николаевич, генералы Сахаров, Брусилов, Эверт, а также командующие Балтийским флотом адмирал Непенин и Черноморским флотом адмирал Колчак. Алексеев просил всех направить в ставку их мнение. Император не знал об этих телеграммах.
Но он прекрасно понимал, какие беды обрушатся на страну после того, как она окажется в руках властолюбивых политиков. Он знал, что никакого народного доверия они не имеют и опираются лишь на рев толпы. А прикрываться все эти политиканы будут им, императором. И отвечать перед народом придется ему. И царь принял решение. Когда на следующий день Николай прогуливался по перрону, он встретил генерала Русского. Император сообщил генералу, что склоняется к отречению от престола. К 2 часам дня начали приходить ответы из штабов. С необходимостью отречения согласились все, кроме адмирала Колчака. Тот на телеграмму Алексеева не ответил. Родственник императора, великий князь Николай Николаевич, писал: «Считаю по долгу присяги и по духу присяги коленопреклоненно молить государя отречься от короны, чтобы спасти Россию и династию». Великий князь, которого прозвали Лукавым, хитрил и теперь. Эти ответы были прямым нарушением присяги. Военнослужащий русской армии принимал присягу на верность исключительно императору и клялся на Евангелии служить ему до последней капли крови, отстаивать его права и, в первую очередь, право на власть. А потому даже коленопреклоненная просьба об отречении была нарушением и самой присяги, и ее духа. Командующие фронтами стали фактически первыми нарушителями этой присяги, что повлекло за собой ее нарушение всеми остальными военнослужащими. Командующий, который нарушает присягу сам, подает пример своим подчиненным, а человек, нарушивший присягу один раз, нарушит ее снова. Дальнейшие события лишь подтвердили этот факт. Вскоре войска дадут присягу Временному правительству, но нарушат и ее. В дальнейшем большинство офицеров и генералов присягнут уже новой власти и перейдут на службу большевикам. К концу 1918 года большевикам служили более 22 тысяч бывших офицеров и генералов. Высшее командование Красной армии более чем на 95% состояло из высших чинов императорской армии. Однако военная карьера тех командующих, которые призвали императора к отречению, фактически закончилась. Генерал Алексеев стал одним из создателей добровольческой армии, но в 1918 году умер. Великий князь Николай Николаевич в 1919 году отправился в эмиграцию. Генерал Брусилов перешел на службу в Красную армию, где занимал скромную должность инспектора кавалерии. Генерал Эверт арестован большевиками и убит конвоирами по дороге в Москву. Генерал Сахаров расстрелян бандитами в Крыму. Адмирал Непенин был зверски убит в Кронштадте, а его труп выставили на глумление. Генерал Русский арестован большевиками и зарезан председателем Северо-Кавказской ЧК Оторбековым. Немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядка и к сохранению армии, учитывая создавшееся безвыходное положение, я непоколебимо верный будет решение согласованного с заявлением председателя Государственной Думы как единственное, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии. Для сохранения возможности продолжить путь с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищи. Получив согласие генералов на отречение, Русский прибыл к императору. Николай II выслушал его спокойно, а затем ответил: «Я решился. Я отказываюсь от престола». Сказав это, царь перекрестился. Генералу Алексееву он отправил телеграмму: «Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно,
Николай. Регентом при несовершеннолетнем Алексее становился младший брат царя, великий князь Михаил Александрович. Первыми об отречении императора узнали члены его свиты. Это сообщение всех шокировало. Но Николай показал стопку телеграмм от командующих фронтами и сказал: «А что мне осталось делать? Меня все предали, даже Николаша», имея в виду великого князя Николая Николаевича. На вопрос своих приближенных, чем он собирается заняться, император ответил, что хочет посвятить себя воспитанию сына. Но личный врач царя Федоров заметил, что сыну императора, Алексею, скорее всего, придется жить в семье регента, то есть великого князя Михаила. Осознав, что его могут лишить и сына, Николай внес изменения в акт об отречении. Российский трон передавался непосредственно Михаилу Александровичу. Вечером того же дня в Псков прибыли Гучков и Шульгин. Николай подписал акт об отречении. Назначил князя Львова председателем Совета министров, а великого князя Николая Николаевича – верховным главнокомандующим. Что ожидает страну в это сложное для нее время? Тем более, когда идет война, Ваше Величество. Ночью он отбыл в Ставку и записал в дневнике. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Сведения об окончательном отречении Николая II от престола достигли до столицы лишь во вторую половину ночи. Утром рано во Временном комитете Государственной Думы начались переговоры и споры относительно того, как отнестись к передаче Николаем II государственной власти своему брату. Общее настроение рабочих и солдатских масс было решительно неблагоприятно такому разрешению вопроса. Утром 3 марта в некоторых воинских частях началась присяга новому царю Михаилу II. Но престол он так и не получил. Гучков и Шульгин прибыли в Петроград. На Варшавском вокзале их встретила толпа. Когда Гучков попытался провозгласить здравицу в честь императора Михаила, подстрекаемые советом рабочие пришли в ярость. Они требовали уничтожить манифест об отречении, арестовать царя и провозгласить республику. 3 марта в 6 часов утра члены Временного правительства связались с великим князем Михаилом Александровичем и договорились о встрече у него на квартире. Большинство приехавших советовали великому князю не принимать верховную власть. Правительство одно, без монарха, подобно утлой ладьи, которая может потонуть в океане народных волнений. Правительство одно без него не выживет. Ну, почему вы так думаете? Я уверен. Да, Михаил потребовал отдельного разговора с Родзянко и князем Львовым. Он спросил, может ли Дума гарантировать его личную безопасность. После заявления Родзянко, что это невозможно, великий князь согласился подписать акт непринятия престола до решения этого вопроса учредительным собранием. Согласно подписанному акту, Временное правительство обязалось в кратчайшие сроки обеспечить созыв учредительного собрания. В него должны были войти избранные народом представители всех регионов страны. Только учредительное собрание наделено правом решать, какой именно будет форма будущего государственного устройства – монархия или республика. За несколько последующих месяцев будет проведена огромная работа по выбору народных представителей.
Однако Временное правительство и Советы всеми силами будут откладывать созыв учредительного собрания. Его депутаты соберутся на свой единственный съезд лишь осенью 1917 года после большевистского переворота. По приказу Ленина и его правительства учредительное собрание будет разогнано силой оружия, что станет одним из поводов к началу гражданской войны. Несмотря на отречение императора, страх у советов перед царем был все еще велик. Подавляющее большинство населения страны, несомненно, оставалось на стороне императора. Лишь его арест виделся советом единственным способом изолировать монарха от верных ему войск и народных сил. Через два дня, 5 марта, исполком Петросовета постановил арестовать царскую семью, конфисковать их имущество и лишить гражданских прав. Такое же решение приняло Временное правительство. В Могилев отправилась специальная комиссия во главе с Бубликовым, чтобы доставить Николая II в царское село. Утром 8 марта в Могилеве в зале губернаторского дома состоялось прощание с императором, на котором присутствовали все офицеры ставки и по одному солдату от каждой части. Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича. К 11 часам зал переполнен. Входит Ники, спокойный, сдержанный, с чем-то похожим на улыбку на губах. Он благодарит штаб, просит всех забыть вражду, служить верой и правдой России и вести нашу армию к победе. Мы кричим «Ура!», как никогда еще не кричали за последние 23 года. Старые генералы плачут. Еще мгновение кто-нибудь выступит вперед и станет молить Ники изменить принятое им решение. Но напрасно. Самодержец всероссийский не берет своих слов обратно. Николай издал прощальный приказ войскам, в котором завещал сражаться до победы и повиноваться Временному правительству. Однако страх перед личностью царя и перед возможными последствиями заставили Петросовет и Временное правительство отказаться от его публикации. В тот же день в царском селе новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов лично арестовал императрицу, в том числе и для предотвращения возможного самосуда со стороны солдат. 9 марта Николай II прибыл в царское село уже как полковник Романов. Император выполнил свой долг перед страной и народом, как он его видел, чувствовал и понимал. Новую власть он просил об одном – «Дайте мне здесь жить с моей семьей, самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб. Пошлите нас в самый укромный уголок нашей Родины. Но оставьте нас в России». Тем временем революция шагала по стране. Первые дни после ее победы многим запомнились как сплошной праздник. Незнакомые люди бросались друг другу в объятия. То и дело возникали митинги. Общественная жизнь пила ключом. За популярность боролись десятки старых и новых партий. Быть равнодушным к политике в те дни было чем-то неприличным и даже подозрительным. Еще одним новшеством тех дней стало исчезновение с улиц полиции. Революционно настроенная публика была в восторге. Не меньше радовался и криминальный мир. Города немедленно захлестнула волна разбоев, убийств и грабежей. В результате объявленной Временным правительством амнистии на свободе оказались 80% заключенных. Большинство из них – уголовники. Их прозвали «птенцами Керенского» в честь нового министра юстиции.
Если в апреле 1917 года в Петрограде произошло 190 краж, то в мае их было уже 699, в июне — 778, в июле — 857, а в августе — 1277. Радовались русской революции немцы и австрийцы. В крахе Российской империи они видели единственную возможность благополучного выхода из войны. Радовались британцы и французы. В рождении новой республики они видели путь к скорейшей победе в мировой войне. Кроме того, исчезла необходимость выполнять обещания, данные правительству Николая II, а именно переход под контроль России, Черноморских проливов и Константинополя, Стамбула, после войны. Радовались и в Белом доме. Свержение царя виделось здесь как путь к демократии и свободе. Кроме того, США только готовились к вступлению в войну, что не вызывало у американцев энтузиазма. Русская революция серьезно облегчила задачу президенту Вудро Вильсону. Теперь можно было громогласно заявлять о союзе демократических государств, борющихся против монархии во главе с Германией. Однако исчезновение царской власти не решало проблем и, главное, не прекращало войну. Дефицит хлеба, которым пугали петроградских рабочих, теперь грозил перерасти в реальный голод. Русская армия продолжала сидеть в окопах, и борьбу за влияние на армию временное правительство проиграло практически сразу. Петроградский совет выпустил документ под названием «Приказ номер один», которым предписывалось немедленно создать выборные комитеты из солдат и матросов. Сами военнослужащие подчинялись теперь не офицерам, а этим советам. Кроме того, у офицеров отбирали оружие. Этот приказ наносил сокрушительный удар по дисциплине в армии. Право Петроградского совета издавать такой приказ было сомнительным, но в горячие дни революции на подобные мелочи никто внимания не обращал. Изданный вдогонку приказ номер два, разъяснявший, что положение первого приказа не распространяется на фронтовые части, ничего не дал. Началось повальное падение дисциплины и разложение армии. Приказы офицеров не исполнялись. Солдаты сами решали, идти им в бой или нет. Не прошло и месяца со дня отречения Николая II, как его личный враг, новый военный министр Гучков, написал: «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, кои допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Временное правительство существует лишь пока это допускается Советом». Еще одной проблемой стал рост сепаратистских настроений. Сразу после революции Великое княжество Финляндское потребовало независимости. Встал вопрос о воссоздании польского государства. Активизировались национальные движения в других регионах. Дашнаки в Армении, муссаватисты в Азербайджане. О былой независимости вспомнили грузины. Появился союз горцев Кавказа. Об автономии заговорили татары и башкиры. В Киеве появилась Центральная Рада. И даже в Сибири, как из-под земли, выросла сепаратистская партия, требовавшая создать собственные правительства и парламент. Пока Россия шумела, бурлила и привыкала жить без царя, по железным дорогам Германии двигался к Балтийскому побережью необычный вагон. Три из четырех его дверей были опломбированы. Пассажиры вагона общались с внешним миром только через посредников – двух офицеров немецкого генерального штаба и швейцарского социал-демократа Фридриха Платтена. Таким необычным образом из Швейцарии в Россию возвращались революционеры-большевики во главе с Лениным. Из воспоминаний германского генерала Макса Гофмана. «Разложение, внесенное в русскую армию революции, мы, естественно, стремились усилить средствами пропаганды. В тылу кому-то поддерживавшему отношения с жившими в Швейцарии русскими
пришла в голову мысль использовать некоторых из этих русских, чтобы еще скорее уничтожить дух русской армии и отравить ее ядом. Путь в Россию через страны Антанты, Францию и Италию был для Ленина закрыт. Его просто посадили бы в тюрьму. Оставалась Германия. Разрешение на проезд из Швейцарии через вражескую страну было получено от Берлина с легкостью. Был даже заключен особый договор об экстерриториальности. На швейцарский вагон власть Германии не распространялась, и никакой проверки документов не производилось. О пломбированном вагоне в России узнали быстро, и практически сразу же Ленина обвинили в сотрудничестве с германской разведкой. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». 3 апреля прибыл в Петроград Ленин с товарищами, проехав предварительно через Германию в пломбированном вагоне. Этот поступок Ленина вызвал всеобщее негодование. Протестовали не только либеральные газеты, но протестовал сам народ и протестовали солдаты. Россию ждала новая революция. А участников февральской драмы ждала трагическая судьба. Генерал Иванов примет участие в гражданской войне и умрет от тифа. Практически сразу после большевистского переворота побегут в эмиграцию бывший председатель Государственной Думы Михаил Родзянко, Александр Керенский, личный враг Николая II Александр Гучков вместе с Милюковым, князем Львовым и генералом Хабаловым. Депутат Бубликов, арестовавший царя, сбежит во Францию, даже не дождавшись Октябрьского переворота. А ненавистный либералами бывший министр внутренних дел Александр Протопопов будет расстрелян большевиками. 13 июня 1918 года расстреляют великого князя Михаила Александровича. А в ночь с 16 на 17 июля 1918 года будет расстрелян император Николай II. Вместе с супругой Александрой Федоровной, сыном Алексеем, дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Вместе с ними будут убиты доктор Боткин, лакей Труп, горничная Демидова и повар Харитонов. Все эти события произойдут после февральского переворота и радостных ликований о якобы победившей демократии. А пока ни Борис Яковенко, ни члены Временного правительства, ни митингующие толпы на улицах не знали, что результатом свержения императора и либеральных побед станет Октябрьский переворот. Страну ждал красный и белый террор, жесточайшая диктатура и невиданная по размаху и жертвам гражданская война.